Ого. Кажется, это футбол. Вставай, разворачивай. 94. Спасибо. Ваш отец учил? Нам дед этого не рассказал. Что там? Три билета. Да ты что, на какой матч? На Тор, Хок, Хок, Амур. На завтрашний матч. Как родные маме и папе. И мне. Спасибо огромное. Когда было моему дедушке по 5, по 6 лет, и папе твоему, он хотел твоему папе ударить, твоего папу ударить, мой дедушка. Ну и промазал. И что стало-то у него с рукой? Шрам остался, до сих пор стоит. До сих пор шрам на руке. Это вам. Спасибо. Наша стена. У меня как раз сейчас тоже ремонт идет в квартире. Повешу все на комнате, покажу. Защитник, типа я. Когда зашел Вася, о я чем подумал, ты? Я подумал, что это он, наверное, это Василий Демченко, уж точно. Потом подошел ко мне, я удивился. Мне нравится. И сама форма Василия Демченко еще. И билеты на матч завтрашний. Класс. Я об этом не знал, то что он внук Олега Митяева. Приятно удивили меня, потому что мой отец хорошо с ним знаком, он рос с ним во дворе. А как появилась идея, моя жена увидела фотографию с этой стеной, которую нарисовали они у себя в квартире. Сейчас у них там идет ремонт. И мы решили встретиться с ним и подарить ему подарок от меня. Билеты на матч и мою игровую майку. Ну и сам остался не без подарка.